Чтобы инициировать сотрудничество общественности и правоохранительных органов, Запорожье посетил советник министра внутренних дел Украины, глава общественного совета при МВД Украины Владимир Мартыненко. В ходе визита он провел встречу с представителями областных управлений нацполиции, ГСЧС, миграционной службы, нацгвардии, сервисного центра МВД и госпогранслужбы. Также во время общения свои вопросы советнику могли задать общественные активисты. Те, кто вышел на свободу, по закону Савченко уже совершили около 20 убийств, сообщает советник. Надо корректировать этот документ и многие другие аспекты в деятельности правоохранителей. Сейчас этим занимается общественный совет при МВД. Представники полиции не могут, например, зайти, оглянуть помещение, где не без... Там, где не відбувається злочин в даному випадку, и там, где немає рішення суду. Тобто, відповідно, якщо це гральні зали, наприклад, то викликана слідчо-оперативна група не може навіть зайти оглянути зал. Тобто, я говорю про те, що ми зараз обговорюємо, напрацьовуємо пропозиції змін до КПК. Поскольку общественные советы не предполагаются на уровне областных управлений, только министерства, мнение общественности намерены учесть в рабочем диалоге. То ми створюємо робочі групи. Ці робочі групи співпрацюють з усіма управліннями в області. Крім того, ця робоча група це робоча група в структурі громадської ради. Тобто, відповідно, всіх тих, хто входить в робочу групу, ми будемо долучати до тих процесів, до тих проєктів, які ми проводимо громадською радою. По итогам визита Владимир Мартыненко намерен создать рабочую группу, в которую войдут абсолютно все желающие помочь в совершенствовании деятельности системы МВД. Предложения и конструктивная критика принимаются, подтвердил советник.